Хишки, ребятки, с вами Лекс, и мы продолжаем играть The Last of Us. Мы уже идем к этому засранцу Рональду, или как так его зовут, который подставил нас. И мы должны узнать, что же он все-таки хотел этим доказать. А ну-ка. Опа-на! А ну нахер! Мы хотим поговорить! Идите нахер с такими разговорами! Убери пушку! Нахер пошли! Удирай! Вот говнюк! Он пушку выкинул, надо патроны подобрать. Роберт! Нет патронов. Сюда. Видишь, как сделали некрасиво. Туда ломанулся. Давай-ка. Бежим. Не знаю, нужно в него стрелять, не нужно. Почти. Спрятался куда-то. Я не успел посмотреть. О! Домой. Опа-на, дружище! Привет, Роберт. Роберт, дай его. Тесс, Джоэл. Мы ведь без обид. Ну что ты? Конечно, без обид. Только по башке сейчас получу. Трубой. Мы скучали. Слушай, что бы там про меня ни наговорили, фигня. Я все объясню. Пушки. Скажи нам, где пушки? Да. Да, да. Тут есть проблема. Стойте, послушайте меня. Я просто... На, по башке. Балабол. Черт. Стой, стой, стой! Хорош орать. Говори. Я продал их. Не поняла. Мне нужны были деньги, долг платить. А как же мы? Нам ты разве не должен? Дайте мне время. Хоть неделю. Знаешь, я бы подумала, не попытайся ты меня убить. Да ладно, у кого пушки? Не могу. Он цикаду наверное. А, черт! Где наши пушки? Они у цикад. О, ну блин. Я продал их цикадам. Как я угадал? Что? Эй, их почти не осталось. Мы можем просто пойти и добить их. И пушки наши. Что скажете? Ну что, перебьем этих лохов? Нам расплюнуть. Угу. Ну ты ж подставил это нас, засранец. Это плохая идея. Вот и все. В этом мире, мире ну, постапокалипсиса, не бывает подстав. Пойдем выручать товар. Как? Не знаю. Мы объясним им. Осталось только на них выйти. Это будет несложно. Угу. Ну вот. Сама королева. Зачем вы здесь? По делу. Паршиво выглядишь. Где Роберт? О, мы не знаем. Кто это? Что за Роберт? Он был нужен живым. Пушки, что он продал. Они были не его. Отдай их. Так не делается. Да что ты. Я заплатила. Хочешь забрать? Поработай. И сколько талонов ты хочешь? Не нужны мне талоны. Нужны мастера контрабанды. Поможете? Верну ваши пушки, даже больше. Они у тебя? Слыхал, военные вас сильно потрепали. Да, ты прав. Я покажу товар. Мне пора. Решайте. Она в цикадах, что ли, получается? Нам нужны или эти что? Пушки. За мной. Ой, что-то вообще что-то непонятно. Нужно уходить. Быстро. Да уходим, уходим. Хочешь сделку? Пошли. Пойдем, пойдем, пойдем. Нам нужно оружие. Сюда. Я знаю, где можно обойти. Пошли. Ну не толкайся.
Ну-ка. Блин, как же офигенно выглядит здесь город. Как же он офигенен здесь. Это твои люди? Что от них осталось? Думаете, почему я пришла к вам? Ага. Сюда. Почему сейчас? Мы сидели тихо, собирались уйти из города, но им нужен козел отпущения. Они хотели нас провоцировать. У них получилось. Мы пытаемся защищаться. Ну, заходи. Опа, на. Потрошки, да? Какие-то... А, здесь инструменты крафта. Нас, видимо, сейчас будет учить крафту. Ресурсики. Ну, может быть, не сейчас будет учить, Джо, может быть, потом мы сами будем. Давай, ты сама себе поможешь. Что бы ты без нас делала просто? Что бы ты без нас делала? Эй, как ты? Выживу. Я уверен, сейчас копы все равно на нас выйдут. Ну вон копы, как я и говорил. Ну или стойте, военные. Солдаты. Здесь не осталось копов. Вон выход, дверь под мостом. Уж очень их много. Прокрадемся тихо. Хотя знаю, вы любите стрелять. Там видно будет. Да, всё, стрелять пошли. Полюбим. Мы там армию этого Рональда, или как его, Роланда, завалили, блин, втихаря. Он даже не заметил. Нужно этого. Добраться до двери. До двери. До той, да, получается? Погнали. Так, вот как этого завалить? Здесь можно этот пойти? Это мой. Вы кругом обойдите. Здесь кирпич. Ладно, давайте возьмем. То есть можешь заменить кирпич на бутылку, а бутылку на кирпич. Типа кирпич... Так, она готова? Она сказала, этот мой. Ну ладно, давай. Вот почему у них есть пистолеты, да, но я не могу взять их патроны. Вот мне это не нравится. Типа, пока ты с ними, видимо, в перестрелку не войдешь, они не будут возможности взять у них патроны. Это немножко странно. Ну да ладно. Ну, типа, ты не тратил? Вот ты и не берешь. Так, хорошо, давайте-ка посмотрим. Так, здесь ничего нету. Можно ли здесь выйти? Сегодня их много. Да их всегда много, противников. О, этого я сейчас завалю. Да сразу же душим, да? А кто нам стреляет-то? Зачем стреляете? Кто-то стрельнул, вы слышали? И главное, всем пофиг. Эти копы как стояли, так и стоят. Неплохо, неплохо. Так, вот где он остановится? Пойдет дальше? Но он меня не видит вот так вот. Ой, их трое там. Ой-ой. Окей. Я ж не могу дать приказ, типа, чтобы они завалили... того, к примеру, дальнего, а я этого завалил. По-моему, нет, да? Они сами как-то определяют. Все, этот ушел. Но это сейчас развернется, я начну этого душить. И это развернется, поэтому давайте подождем. Это стоит, по-моему, на месте и все, больше ничего не делает. Ну? Я сейчас начну его душить, и он сразу развернется. Ну, смотрите. Входим. Ладно, все. Слушай, я сдаюсь. Никто здесь не сдается. Ладно, повезло. А то обычно наоборот бывает. Хорошо. Обычно начинаешь душить и сразу все. И сразу проблемы. Этого мы зарежем. Все, ножа у меня больше нету, видите? Ой.
уже недалеко. Красиво, красиво, да? Ну все, пойдем. Здесь вроде бы не осталось охранников. Да, не осталось. Побежали. Всех охранников в стелсе вырубили. Это я понимаю. Красиво. Куда мы идем, Марлин? За мной. Да, уже нож близко. Ломается, нож ломается. Но я должен был проверить это. Я не думал, что он с одного удара ломается сразу. Я должен был проверить насчет ножа все это. Ты как? Силы на исходе, но я справлюсь. Уже близко. Внимание! Начался комендантский час. Те, кто находится на улице без разрешения, будут арестованы и предстанут перед судом. Что выносим-то? Я покажу. Здесь чисто, знаете, как живут все по талонам, комендантский час, ну чисто все под присмотром, под колпаком, можно сказать. То есть есть одна организация, Джон, она всем управляет. Помогаю. Ну-ну-ну-ну. Давай-ка, вставай. Отвали от нее! Эй! Опа-на. Отпусти! Что, уже и детей вербуете? Она не из наших. Черт! Что случилось? Не волнуйся, заживет. Нашла помощь. Но сама не пойду. Все понятно. Я тоже остаюсь. Элли, другого шанса не будет. Стоп. Так речь о ней? Группа наших будет ждать возле Капитолия. Да уж, не ближний свет. Вы справитесь. Отведете, вернетесь, оружие ваше. Вдвое больше той партии. Кстати говоря, где оно? У нас в лагере. Покажешь, тогда и договоримся. Пойдешь со мной. Проверишь оружие. Меня подштопают. Но ей в ту часть города нельзя. Джоэл за ней присмотрит. Подожди, ты я что? На это не подписываюсь. Элли! Я с ней пойду! Ты их знаешь? Я знала его брата Томми. Он сказал, что на Джоэла можно положиться. Уже после того, как бросил с вами партизанить? Он и тебя бросил. Он был мне другом. Отведи ее к северному тоннелю и жди меня там. Всю жизнь мечтал. Это просто груз. Марлин. Хватит спорить. Не бойся. Иди с ним. Только недолго. А ты за мной. Пошли. Офигеть. Он по-любому будет говорить то, что Элли похожа на его дочь. И... Ну, она, в принципе, действительно похожа, если не брать какие-то... Ну, то есть, возраст, поведение. Я думаю, что они будут очень похожи друг на друга. И он будет это сравнивать постоянно. И он не захочет потерять Элли, за которой будет присматривать, так же, как потерял свою дочь. Блин, как же это круто все сделано. Как же это круто все сделано. Пошли. Ого. Я слышала стрельбу. Да, что это просто... Случилось? Ого-го. Цикады. Ты что, если такой? Не уберемся с улицы, тоже будет и с нами. Это велосипед. Ладно, побежали. Ты же профи. Я просто иду за тобой. Опа-на. Вот, нормально. Так, можно где-нибудь пройти здесь? Здесь пройти нельзя. Что-то я не втупляю. Туда тоже никак не пробраться. Внимание. Вот. Сюда. Да, дочь была бы уже взрослой, если бы не жила. Если бы ее не застрелили. Внимание.
просто уничтожен весь город. Сюда. Так мы попадем в северный туннель. Так, нам нужно, видимо, лестницу так вот найти, чтобы подняться. Погоди минуту. Так, эта штука у нас тоже должна сейчас активироваться. Во! Ух, какой он сильный. Я уже еду. А, там на колесиках все понятно. Так, Элли, не стой на моем пути, иначе я тебя задавлю. Готово. А забираться сама или нужно помочь? Ладно, я побежал. Я думаю, заберется. Она не маленькая уже. Ну, наверное. В каком-то смысле. Да, заберется, заберется. Все, пойдемте дальше. Блин, вот сейчас в помещениях будем ходить. Мне кажется, в помещениях есть какие-то чуваки. Типа контрабанду? Иногда. Ну-ка. А детей водил? Нет, это первый раз. А, побежали. А, бежать-то и нельзя. Так что за дела у тебя с Марлин? Ну, мы вроде как дружим. Дружите? Глава ЦК подружка твоя? Тебе сколько, лет 12? Она знала мою маму, и она за мной присматривает, а мне 14. Какая вообще разница? А где твои родители? Там же, где у всех. Умерли давно. Значит, ты решила забить на уроки и сбежать к цикадам за приключениями? Мне запрещено говорить, почему я должна выбраться из города. Знаешь, почему я люблю свою работу? Потому что знать почему мне не обязательно. Мне вообще плевать на тебя. Отлично. Супер. Блин, знаете что? Вот она так говорит, как будто она какой-то важный эксперимент, не знаю. Она важная шишка в том, чтобы найти лекарство от всего этого грибка. Просто мне нельзя говорить, почему я там встретила, ну, то есть пошла к цикадам и так далее. Блин, интересно. То есть пока что какая-то скрытность. Пришли. Пока что молчат. Чего разлегся? Убиваю время. А мне что прикажешь делать? Уверен, ты сама придумаешь. Часы разбились. Мне кажется, они давно уже разбились. А. Не-не. Куда? Ты бормочешь во сне. Ненавижу кошмары. Да, я тоже. Я еще не бывала так близко к границе. Здесь так темно. Там что, еще хуже? Хуже? Зачем вообще ты нужна цикадам? Эй, простите, что задержалась, проклятые солдаты. Блин, видите, как я, Марлин. Походу, я был прав. Жить будет. Сейчас узнаем все. Я видела товар. Много. Готовы? Да. Идем. Очень круто. Блин, ну вообще, люблю такое, люблю. Пойдем, пойдем, пойдем. Там, видимо, будет много товара и много противников, которые нужно будет завалить. Патронов у нас как раз таки мало, но противников много. Так, а как ты собираешься выйти? Тебе не кажется странным, что Марлин выбрала нас? Она хотела отвезти девочку сама или с кем-то из своих отправить. Ну, на безрыбье. У нее мало людей, пришлось нас просить. Надеюсь, будет кому нам заплатить. Кто-то вы не говорите, найдется. Что... А, ну да, здесь тоже дырка. Что у них повсюду дырки всякие, скрытые лазы, проходы. Идем. Да я хочу, ты мне мешаешь. Так, генератор. Электричество в городе осталось, потому что... А, что делать-то надо? Ага, все понял. Электричество в городе осталось, потому что его легко воспроизвести, электричество. В отличие от других каких-то
ресурсов. 300 можно просто из воздуха получить. Так что электричество это меньше. Кто нас будет встречать? Она сказала, несколько цикад из другого В чем города. Можно нуждаться? Большая честь. Ты кто такая? Ты дочурка важной шишки, что ли? Типа того. А долго нам еще идти? Круто. Если все пойдет по плану, мы дойдем через пару часов. Давай договоримся. Ты не отходишь ни на шаг и делай, что скажут. Да. По лестнице не могу подняться, конечно, пока они не поднимутся. Давайте быстрее. А, или могу? А, могу, действительно. Опа. Стойте, впереди патруль. Ну все, ушли, вылезайте. Давай, Элли. Осторожнее. Дочь, конечно, не радует. Охренеть. Они такие... Я за кордоном. Они стоя идут, а я так, знаете... Прикиньте, как это нелепо выглядит, если это в реальной жизни так делать. Так идти, когда они нормально идут. Ладно, побежали. Это действительно нелепо выглядит. Так, это что такое? Пустое, да, видимо? Нам сюда. Вот сюда. Опа! Так, без глупостей. Но... Вставайте на колени. Ну, блин, ну конечно, блин. Ёшки-матрёшки. Сканирую, я доложу. Ладно. Руки за голову. Это Рамирес, сектор 12. У нас тут трое бродяг. Так точно. Дай сбежать. Мы хорошо заплатим. Заткнись. Как все задолбало. Угу. Скоро она заражена будет. Пара минут. Она будет заражена. Простите! Ну что она не стреляет? Тупит, что-то стоит. Ни хрена с автоматом. Я и не думала, что вы их убьете. Смотрите, он сейчас почитает, там будет заражение. Вот. Да, она заражена. Охренеть. Не понял, это что, подстава? Я... На нас повесили больную девчонку? Я не больна. Нет? Прибор ошибся? Я объясню. Да уж, придется. Смотрите. Да плевать, как ты заразилась. Укусу 3 недели. Дольше 2 дней никто не протянул. Хватит врать. 3 недели, клянусь. Зачем вас подставлять? Я тебе не верю. На ключ ко всему. Тесс, беги. Беги! Вставай, бежим, бежим! Твою ж мать! За мной. Быстро. Соберись. Ай, ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Я надеюсь, там за мной бегут. Черт подери, сколько солдат. Или я один здесь буду. Солдаты, вон там. Да вижу, вижу. А куда бежать-то? Похоже, прорвались. Проверить траншеи. Ага, понял. Не лезьте. Ни черта не вижу. Они точно побежали сюда. Сейчас пойду дальше, да, наверное? Или не пойду? Пригнись, а то заметят. Ну, Эви. За Джоэлом.
Ну, я не знаю, пройти здесь? Давайте здесь попробуем, ладно. Вот, поняли, да? Здесь можно по этой штуке проползти. А что впереди? Пока ничего. Ну-ка. Это я понимаю, ассасин. Что впереди еще? Вон, вижу его. Как его завалить-то, а? Скоро мы до него доберемся. Ничего не понимаю, что происходит. Мне нужно его завалить, видимо, да? Мне не нужно. Может побежать. Хорошо. Здесь есть проход. Проходите. Блин, сейчас открою, по-любому вылезут оттуда эти копы. Ой. Блин, какой звук, конечно, громкий. Я не знаю. Я здесь. Погнали дальше. О, черт, опять патруль. Пригнитесь. Как мимо них пробраться? Ну, будем валить. Не заметили. Пошли в обход. Ну что там? Будем слишком много. Жизнь. Это что? Покажи. Блин, они совсем. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще фонари. Эй! Да. Вы, скорее всего, проиграли, ребят. Обходи, гад! Помогите кто-нибудь! Почему я один сражаюсь? Так что бежишь ты сюда, но я умер. Слишком много противников. Ну, поехали! А чё её не убивать? Ой, как там хилиться, я забыл. Джоэл, давай быстро сюда. Я ж голову тебе попал, уродец. Я ему в голову попал. Ну не, видите, я здесь один сражаюсь. Я здесь один сражаюсь, здесь невозможно победить одному. То есть, если бы мне вот эти вот девчонки помогали, это было совсем все по-другому. Но они не помогают. Короче, нужно сделать, смотрите как. Берем кирпич. Берем, делаем так. Да! Испугали. Бежим. Бежим, бежим, бежим. Нет смысла сражаться. Ой-ой-ой. Во. Видали, видали? Вот я понимаю. Нефиг с ними сражаться. Даже жизни потеряли ни одну. Пистолетик. А где мои подруги-то? Они там остались. Я могу один-то пройти, нет? Вроде можно пролезть. Да, вроде идут. Так, а ну-ка. Отряд Чарли, прием. Опять они. Стоп. Опять солдаты. Цель не обнаружена. Свернуть поиски и явиться в сектор 11. Нас пока не видят. И по машинам. Не лезем на свет. Блин, мне кажется, сейчас кто-нибудь будет. Мне кажется, сейчас кто-нибудь будет. Зомбаки. Просто видите, здесь все так легко, все так непринужденно. Бегаем только от копов. О, патрончики. Ой, что это? Инструментики, видимо. Здесь еще они есть. Ушли? Нет, они еще тут.
Самое время передохнуть. Как крафтить их понятия? Слушаюсь, шеф. Как тут крафтить, не знаю. Ладно, ребят, давайте на этом закончим. Я, в принципе, хочу посмотреть, как здесь можно крафтить. Вот, смотрите, да? Крепеж, лезвие. Я не знаю, это нужно улучшать, не нужно. Артефакты какие-то. Ну вот, у нас две этих штуки. Мы не можем ничего скрафтить, так понимаю, потому что у нас не хватает. То есть, если я хочу укрепить нож... Хотя, смотрите-ка, можем. А, вот. То есть, мы два раза смогли. Окей, интересно. Пух, ладно. Ладно. То есть, у нас еще два ножа теперь появилось. Также есть хилка, но нам не нужна хилка, нам нужен в данный момент пистолет. Давайте на этом закончим. Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии, не забываем подписывать в паблике ВКонтакте, ссылки в описании и в шапке канала. Это была игра The Last of Us. С вами был Лекс, спасибо за просмотр и всем добра.